У нас два вопроса и одна тема. Первый вопрос. Ответ к моему видео. Как же так, Петрович? Вот я перестроилась на новое питание. Чувствую себя прекрасно, замечательно. Пробую что-нибудь покушать сейчас постороннее. Вареное, там жареное, неестественное, и сразу же организм дает знать болью то там, то сям. Да, это прекрасный феномен, организм нам подсказывает, какая пища наиболее полезна. Но речь шла не о том, какая пища наиболее полезна и наиболее вредна, а речь шла о том, стоит ли голодать для того, чтобы сбросить вес. Я вам со своего опыта и со опыта других людей просто-напросто рассказал, что голодание само по себе позволяет, да, сбрасывать какую-то массу тела, но далее вы возвращаетесь к питанию, к тому, которое у вас было до голодания, и у вас масса тела набирается еще быстрее, нежели она была. То есть было 115 килограммов, после голодания у вас, ну, буквально таки через месяц может уже быть 120 килограммов. То есть речь шла не о питании, а речь шла о том, что надо в начале самого себя дисциплинировать с помощью образа жизни. И такого образа жизни для большинства нас, который бы нам не был в тягость. Вот тогда мы все выдерживаем, все это делаем, все у нас получается. Вот это я хотел особо подчеркнуть. И больше я не распространяюсь. Первое.